Поддержать молодых и талантливых определили обладатели стипендии городского округа Самара. По итогам рассмотрения конкурсных заявок выбрали 50 лучших из лучших в области культуры, искусства и спорта в возрасте до 25 лет. К тому же сами стипендии станут выше. Такое решение приняла конкурсная комиссия под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. На прошлом нашем с вами заседании было предложение увеличить стипендию. В этом году у нас стипендия увеличена с 5000 рублей до 7500 рублей. Надеюсь, что это порадует не только всех нас, но и, конечно, наших стипендиатов. Среди стипендиатов в области культуры – воспитанники 15 учреждений – школ искусств, училищ, институтов. Музыковеды, вокалисты, художники и театралы, исполнители на фортепиано, струнных и народных. К слову, народников в этом году стало больше, отмечают эксперты конкурсной комиссии. В 2022 году на назначение стипендий в области культуры и искусства поступило 64 ходатайства от 33 учреждений. В преддверии итогового заседания прошли две комиссии культуры и спорта, где были подведены предварительные итоги, подробно обсуждались портфолио и достижения кандидатов. В области спорта на назначение стипендии поступило 62 ходатайства от 27 учреждений. 40 кандидатов представляли 14 олимпийских видов спорта, 18 – неолимпийский. Три вида адаптивного спорта представили 4 кандидата. Есть отличники, есть медалисты, а есть, как вы видели, баянисты, которые не только в спорте. Всех обладателей стипендии торжественно наградят в июне. Напомним, стипендия была учреждена в 2012 году. Идею присуждения премии подсказали самарские педагоги. Ольга Волкова, Василий Колдашов. События.